вяжется вот такой узорчик. Это я вяжу себе без рукавочку. Она у меня вот вся, смотрите, на круговых спицах. Спинку я оставила. Сейчас вяжу шуполочки. Вот такая она у меня. Вяжу с одного клубка двумя ниточками. Нитка с середки идет и нитка сверху, которая находится. Полочки разными нитками. Так. Сейчас дойдем до узора. Я вам покажу, как вяжется этот узор. Ниточка у нас махер, кедмахер. Акрила мало в этой ниточке. Нитка пуховая. 800 метров на 100 грамм. Чтобы узор хорошо виден был, вяжем 2 изнаночных перед началом узора. И в конце узора 2 изнаночные обозначаем рисунок, чтобы его видно было. Вот подходим к узору. Узор начинается у нас с середины и расходится к краям. Раппорт узора. Так, раз, два, три, четыре. Так. Угу. И начинаем вязать вот так. Нет, 2 оставляем, вот так делаем, и 2 вот сюда поднимаем. Галя, подожди, девочка моя, плохо вижу, ты мне свет от окна закрываешь. Вяжем. Так, теперь вяжем 4-ю. Нет, давайте сделаем 3-ю легче. Узор хоть интереснее получается, но 3-ю вяжем. Так, 1-ю, 4-ю. Ну, так, чтобы видно было. Вот 3-ю. Спицы эти, я не этими спицами вяжу. Мне тоненькие спицы понадобились. Я их на более толстые поменяла. Теперь вот так. 1-ю. 2-ю. Так у нас получается. Угу. Здесь, по идее, изнаночная должна быть. Так, да. Изнанку. Это вот у меня идет планочка. Я ее чулочной, платочной вязкой вяжу. Так-то я сразу 2-ю планочку начинаю вязать другой ниточкой. Но чтобы вам узор показать, я планочку оставлю пока в покое. Потом вот так-то я начинаю вот этой ниточкой вязать. Но я, чтобы показать вам узор, так сделаю. Сейчас провяжем изнаночной, покажу продолжение узора. Так. Ой, планочка же идет у меня плохо. Точная вязка, что я делаю. Так. А зачем ты его крутишь? Что? Виднее было? Нет, чтоб шире было. А-а-а. Планочка.
тоже перед планочкой отделка, чтобы видно было планку. Так, с изнаночной, изнаночные у нас идут. Сейчас я ниточку поправлю, она у меня что-то зацепилась. Махеровая она. Путается. Уже кончается, уже плохо идет с одного клубка вязать. Наверное, ниточки не хватит показать, как продолжить узор. Но я повторю сейчас, как он начинается узор. Если что, мы потом вечером повторим продолжение, да? Сейчас я довяжу. Запомню, что я тут 4 ряда связала, чтобы на той тоже 4 было полочки. А нет, не получится на эту полочку вязать. Так, сейчас, чтобы не запутаться, отключить. Да нет, я покажу как продолжение. Попробуй мне там ниточку распутать. Да, получится. В том-то дело, что нет. Ладно, сейчас еще чуть-чуть распутаем. Четыре минуты. Не, снимаем 8, просто время 4 минуты. До маршрутки? Ну. Да ёлки-палки, что ж ты у меня путаешься-то? Наверное, не мне безрукавка будет, наверное, кому-то вредному. Обычно я себе свяжу, меня кто-нибудь да выпросит. Зашептались партизаны. Не даете нам видео снять полноценное. А мне даже нравится, когда видео идет диалог. Я не знаю, почему многим не нравится. Доходим до узора. Оттеняем его двумя изнаночными петлями, провязываем. Так, так нам надо до середки же, да? Так, 4. Опять начинаем.
Но у меня что-то тут спутано, надо будет распускать это. Что-то я не так сделала. Так, здесь их должно быть 4. Сначала третью, потом четвертую, спускаем петельки сзади полотна, поднимаем первую, вторую и вяжем. Вот так. Здесь их должно быть. Так, теперь опять третью, четвертую спустим и впереди полотна поднимем. Вот иголки, говорю, спицы потолще и плохо получается. Вот теперь впереди полотна поднимаем. И начинаем вязать первую, вторую. Два. Три, четыре должно быть у меня. Потеряла. Ну и вот, оттеняем узор изнаночными. И идет планочка платочной вязкой. Продолжим. Покажу. Что непонятно, пишите, потому что я сама тут запуталась, а я давно не вязала. Это мой этот недовяз уже долгий. А так вот рисуночек получается. Вот такой узор.